Всем привет-привет! Приветствую вас на канале Садовод Рули. Сегодня мы с вами делаем видеообзор вот такой вот торговой точки. Я сейчас вам покажу, что есть на витрине, и чуть позже нам расскажут, что по цене и в каких размерных рядах что представлено. Вот посмотрите. В основном это уже весна, хороший выбор костюмчиков, очень приятные, и мне нравятся цветовые решения. Вот посмотрите. Вот, и вот так вот. Давайте мы у вас, наверное, спросим, вот, например, по костюмам. Расскажите, пожалуйста, размерный ряд и цена в розницу. У нас костюмы все 42 по 48 идут, и цена это 1500-1400 стоит цена. Размер костюмов 42-48 и 1500-1400, да, цена? Да. Оптовая цена по запросу, по ссылочке в ВКонтакте, которая в закрепленном комментарии находится. О, так это такие юбка-брюки, да? Это очень интересные. Да, такой вариант. Да. Уже, да, по второму кругу или по какому кругу. Да. Очень модно. Вот цвета, морская волна. Вот. Ой, красивые. Они по щиколотку или они ниже? Не, они по щиколотку, наверное, да. Контакты данного павильона находятся в закрепленном комментарии. Это классика. Да. Повторюсь, что все костюмы от 42 по 48 размер. А что это за ткань? Ткань называется Барби, но у нас есть составный приз. Сейчас покажу вам. Вискоза полиэстерна. А, вискоза полиэстер, ага. Барби, вы говорите, Барби, ткань. Да, угу. Ткань называется Барби. Барби. А так у нас составник вискоза и полиэстер. Понятно. Так, это двубортные костюмчики. Пиджак крой идет прямой, она не приталенная. Угу. Сидят вообще отлично. Это у нас свое производство. У нас прямые поставки из фабрики. Это у нас шайка. Это самая ходовая модель у нас. Тоже. Да, такой красивый вариант. Сзади бутычки, чуть-чуть приталенные. Не слегка приталенные. Да. Угу. И классика брючки зауженные. Да, у тоже этого. Такие. Угу. Они с поясом, вот рассветочки. Ой, какие яркие цвета. Красивый бордовый, такой благородный. Даже это винный, наверное, скорее, да? Да. Угу. И самый красивый, вот морская волна у нас называется. Угу. Он на видео синий, на самом деле цвет он немножко глубже. Да, да. Да, не черно-синий, это морская волна. Да, да. А, есть еще трикотажные костюмчики, вот такие уже. Тоже классные ткани у нас идут. Это разве трикотажный? Да, трикотаж идет ткань. Она эластичная, да, такая, тянется. Угу. Это ткань с эластаном. Угу. Красивый такой вариант. А, это размерный ряд и ценовой диапазон. 42 по 48, 1400 стоит. Тоже 42-48, да? Угу. Тоже такие классные. Классические брючки. Но у вот нас этот костюм прям. Угу. Они плюс-минус вот размер добавляют, кому угу. Вот. Но на самом деле садятся такие брюки хорошо, когда с резиночкой, да, сзади. А, есть еще юбка, костюм с юбочкой. Вот так. Это у нас 42 по 48. Юбка костюм стоит 1500. 1500. Юбка длина где-то до колена. Нет, до чуть колена. Выше колена или до колена. Выше. До колена идет. До колена, да. Юбочка, да? Это миди. Пиджак под кат полный идет. Угу. И такой под велюр, наверное, да, что-то? Это ткань называется шерсть. Больше такой шерстяная ткань. Шерсть, но на ощупь такой прям приятный, интересный. Угу. У нас вот тоже здесь составник есть. Сейчас я вам покажу. Сейчас составник. Ну, очень симпатичные. Вот эти костюмчики прям классные. А вы знаете, вот еще интересно вот эти вот костюмы в клеточку. А, это не костюмы, это пиджаки отдельно. А, это отдельно пиджаки, да? Тоже очень классно, это двубортные, тоже шерстяная ткань. Угу. А, здесь вот состав
шерсть, полиэстер, вискоза идет. Угу. И размерный ряд и вопрос. 42 по 48 тысячи рублей пиджаки. Вот этот цвет очень красивый. Цвет шикарный, да. Я на него, собственно говоря, и посмотрела. Очень красивый ткань. Да. Такая рассылочка есть у меня. Тоже классный. Угу. Подкладом они. На подкладке, да. Полностью. И тоже такой же размерный ряд. А сколько сказали? Тысяча? Тысяча рублей. Тысяча рублей. Угу. Отлично. А вот это уже весна пальто представлено, да? Они на подкладке идут? Они полный подкладки. Здесь тоже состав, все QR-кодом, все уже маркированные. А, вот иногда у нас зрители спрашивают, да, да. Промаркировано. Вот, да, видите, маркировано. Девочки, все промаркировано. Угу. Полным подкладом. Угу. А, вот составник тоже. Угу. Шерсть, вискоза, шерсть, да, да. 42 по 48. Клетка, рубашка стоит 2200. Угу. А эти у нас по 2000. Угу, классика. Классика. Ну, цветовые решения, кстати, очень красивые. Такие классные, спокойные цвета. Да. А бордовые почем? Вот этот цвет мне очень нравится. Да, такой. Цвет мне тоже нравится. И вот светлые, белый, красивые. Да? Ну, нарядные такие цвета. Посадка просто отличная у них. Джинсы цвет. Красивый. Немножко искажает, конечно. Давайте у нас вот, да, сейчас вот эта моделька идет. А, стеганые курточки. Это уже весна. Ну, это плащ, пальто такое. Бордовое 2000. Красивое бордовое плащ тоже. Цвет такой очень красивый, глубокий такой. Вот эти вот, а это в какую цену, вот эти плащики? Эти у нас 1800 рублей, они на кнопочке. Отлично. Так. А вот. Полный подкат идет. И с поясом еще, да? С поясом. Угу. Кармашки вот, рабочие. Угу. Вот, кстати сказать, цвет и черный, и вот этот, какой он, бежевый или молочный, наверное, да, что-то? Да. Светлый беж, серый. Ай, пудра, вот красивый цвет. Правда, цвет прям вот не так передает его камера, но цвет очень красивый. Вообще шикарный. Они, наверное, хорошо стираются. Да, вообще можно стирать их. Наверное, в машиночке, да? Здесь вот, смотрите, есть водолазочки такие с коротким рукавом. Это в какую цену? 650 эти стоят. Здесь 6 расцветок у меня. Вот я только получила их. Угу. Это сейчас джинсы, они носят очень хорошие, вот, классные. Ой, они уже много лет модны и не выходят, да, на самом деле. Я вот сейчас посмотрела, у меня черный такой, они такие удобные, просто нереально здесь удобные. Здесь вообще ткань очень хорошая такая. Да, я уже почувствовала, да. Угу, пощупала. Вот эти пальтошки, я вот, они классные, я сама вот ношу их. Модель просто изумительная. Да, да, да. Вот так, модель идет оверсайз. Она у нас самая ходовая в контейнере. Можно забрать это? Отлично, да. Угу. Одну секундочку, да. Класс. Размерный ряд какой? 42 по 48, 1400 стоит. Все отлично. Мы подождем. Ага. Вот цвета очень много. Здесь. Да, я сейчас покажу пока. Ириш, ты покажи цвета. Однотонный. Пока вы будете отдавать, да. Давай посмотрим цвета. То есть размерный ряд практически все 42-48. Очень, да, нежный. Да, давай посмотрим, да. Да. Угу. И вот эти вот серые покажи. Это однотонные, там полосочку. Это какие-то. А, это такие костюмы с жилетами. Брюки, наверное. Брюки, скорее всего. Сейчас посмотрим. Да, брюки. Да, брюки. Угу. Хорошие, кстати сказать, костюмы вот эти вот с брюками, жилеты. Жилеты, эти, да, 1400 стоят, 42 по 48. Тоже такие. Тоже прям, классные. Да, классные. Под поясочек.
со вставочками, да? Угу. И здесь трикотажная ткань тянется прям очень хорошо. Вот. Эластичная. Угу. Класс. Да, прям костюмчики вообще очень даже. Ириш, покажи вот эти буклированные. Ну, то есть, это размерный ряд 42-48. Да, угу. У нас все молодежка. Так, цвет у него не передается. Цвет, всем. Да, цвет все-таки. У него винный. Винный, да, красивый. На видео красный. Да, получается. Но вообще это винный, но шикарный, да. Цвет, прям роскошный. И вот эта вот буклированная фактура, так, ее видно, она да? Как раз вот за счет этой фактуры очень дорого смотрится. Вот эта вот модель. Она есть в двух цветах. Да, и вот там еще песочный, да, такой цвет. Угу. Да, но мне вот винный больше понравился. Ну, как бы это на любителя, но кому что винный прям шикарный цвет. И вот еще тоже курточки. Это тоже, наверное, 42-48, да? Цена какая? 1500 рублей. Угу. И короткий вариант. Угу. Отлично. Ой, тоже такой же цвет, вот этот красивый. Только в коротком варианте. Да. Ой, ну просто шикарный. Некоторые любят уже... короткий вариант. Но у меня самый ходовой этот мокко цвет, вот этот, очень красивый. Она всем идет. Мокко называется, да? Да, мокко называется. Да, ну вот жаль, не совсем точно все-таки передается. Да. Ну вот еще освещение искусственное, поэтому... Ну он и на камере красивый вот этот, да. Вот, получается. Отлично. Красивый. Да. Я вам еще вот эти рубашки покажу. Давайте. Здесь вот ткань кашемир тоже такой. Угу. Угу. Они оверсайз идут размеры. Вот 42, ну это женские 48. Модели. Да. Так, это ну, они такие теплые. Сколько вы сказали? 950. 950. Угу. А есть еще вот тоненькие ткани, такой более хубэшный вариант. Угу. Это 850. Угу, угу. А, есть вот цвета разные. Они все в едином размере идут. Один размер. Угу. Ну, тоже, наверное, такое... М-ка где-то, да, приблизительно? Наверное, тоже 42-го, наверное, по 46-й, наверное, они да? Идут на 42 тоже подойдет, и на 48 тоже подойдет. Ну, да, такой универсальный да. Размер, да? И еще мне вот эти нравятся. Это вельветовая ткань. Она сейчас, по-моему, опять да, ходит. Сейчас мода. Ой, какой да. Красивый цвет. Очень красивый. О, да. И тот, и другой да, красивый. На видео они немножко поярче. Поярче, да. А на самом деле они... Более глубокие. Да. А вот тот вот толстый вельвет, вот мне лично больше вот тот толстый, нравится, да, почему-то. Такой лимонный цвет. Да, ой, цвет тоже ой, классный. На видео он прям яркий-яркий да. Получается. Но кстати, все-таки, ну, я имею в виду рубчик, то больше, шире, да. Шире, так скажем. Вот этот, да, классный. Очень яркий, насыщенный. Да. Рубашки сейчас очень хорошо работают. И вот такие цвета, и вот голубая расцветка есть. Угу. Да, рубашки тоже классные. Ну, вот это вельвет, конечно, сколько вы сказали? Эти 650 вельветовые. Вообще... Просто бомбический, вот прям вельвет, да. Да. Ну, это на любителя кто-то вот такой стиль нравится, ну, да. Носит, да, кому-то нравится. Но сейчас девочки все носят клеточку. Да, да, молодежь. Я вам покажу вот эти джинсы. У меня это фабричный Китай, мы добавляем для ассортимента. Ну, это такое уже весна-лето, да? Да, весна-лето. Они есть вот такой свободный вариант и есть такой более приталенный, такой в обтяжечку. Облегающий, ага. Да. И тоже разные цвета. В комплекте Классные. Да, вот этот цвет тоже мне нравится очень, вот этот вот. Вижу вот такой вот здесь, они пояс идет. А, я вижу. Этим кошельком. Кошелечек. А тоже размеры, тоже 42-48. 900 рублей эти 900 стоят. Рублей. Угу. И вот этот мятный цвет, очень ходовой. Да, такой, да. А вы скажите, вы отправляете? Конечно, во все регионы. Во все регионы отправка любыми, наверное, транспортными да. Компаниями. Естественно, сумма отправки плюсуется. И хотела у вас спросить, какая минимальная? Минималки у нас нет, можно от одной штучки отправляем в любые города. Вообще идеально. От одной штуки в любой город, в любой регион.
Отлично, спасибо вам огромное, замечательный обзор. Вы все очень подробно рассказали, но, тем не менее, если у кого-то будут возникать вопросы, пишите ВКонтакте или в WhatsApp, где предпочтительнее для вас. ВКонтакте, у нас все товары ВКонтакте. ВКонтакте. Ссылка на группу или на страницу ВКонтакте находится в закрепленном комментарии, поэтому все вопросы пишите хозяюшке, она очень компетентно рассказывает все, очень доброжелательно, на редкость обаятельный человечек. Спасибо вам огромное, рекомендую вас от души и обязательно придем к вам еще в следующем месяце. Теперь хорошо, уже, будет летняя коллекция. Да. Всего доброго. Все, да. Мы с вами уже ВКонтакте подружились, да? Мне кажется. Да? Все. Вот. Оставьте нашу ссылку там. Да, да. Все товары ВКонтакте каждый день обновляем. Актуальное, новое, да. Все у вас там, да? Отлично. Спасибо вам. Показываю еще раз, где находится место. Это ряд Г, место 87, первый этаж корпуса А. И сейчас вы видите визитку на экране. Также продублировано, еще раз напомню вам, все контакты в закрепленном комментарии. Всем пока-пока!